Tem a imaginar, se tiver. Deixa eu ver. Tem que ser o Ah, não é o saço, se como logo. Издалека было очень похоже на эрсасовскую ложь. Возможно. Он там на углу справа кто-то прошелся сейчас. Ну вот, как сама эта ТЭЦ, где вот эти вот электрохуевины стоят, и красная пристройка справа вот там на углу кто-то прошел. За угол залетел. Скорее всего, с кавками. Скорее всего, скаф пойдет. Чего? Это дробовики сейчас вообще опасно открыли. ВПО горностай. А он хуй его знает, это может дробовик вообще. Возможно, ВПО. Пойдем. Может быть, там есть. Норвинский, посматривай. Так, кровотек лечу.
На нахуй с гранаты меня уебал, пидорас с хатапкой. Говно стая проебал. Гуру 73, грудная клетка. О, так это даже не хатапка была. Это была РГД, а чё она, блядь, упала и сразу взорвалась? Ну? Нахуя? Да нахуй-то они у тебя лежали? Надежда. Может быть. А, так ты еще и с колоком был. Ёбаный рот. Я думал, ты, блядь, с чем-нибудь нормальным, нахуй. Осталось 3 гиги. Я в лобби. Ну, продавайся. Хе-хе-хе-хе-хе.
Ну, патроны, если рейдовые на барахолке, заебись, уходят. Прям сразу же, можно сказать, улетают. Что стоит сейчас? Ну, у нее у прапора с ракет ценник. Мощники пиздец дорогие, конечно. Что ты там собираешь? Да. Ты США не бегал?
Не, вообще я имею в виду, в принципе, если так вот. На ближней дистанции заебись она. Что вы сегодня стримы не смотрели олдскулов? Не стали. Ясно. Все как обычно. Сейчас я уже вышел тоже. Это, я так понимаю, сначала по тому типу начал с 700 палить. Про что ты там в прошлый раз так говорил? По-моему, да. А, вал. Не-не, еще в том вайпе. А потом ты такой, ох, 30 патронники. Ну, сейчас вот, кстати, в этом вайпе я еще ни разу с винтореза не стрелял. Как там идти? Как там эти патроны себя вести будут. Им же сейчас отдачи там повысили туда-сюда. Я не знаю, у тебя, кстати, все видосы прям как будто, блядь, кистью рисовали, нахуй.
меня на прошлых играх качество вроде заебись было, но, блядь, раз в 10 минут стабильно, нахуй. 5 кадров в секунду, нахуй. Пусть знает тоже, что ему надо. Загрузка вот.